Наши милые обожаемые дамы, встречайте, принц российской эстрады, победитель зрительского голосования конкурса Евровидения 2016. Именно он будет представлять Россию на Евровидении 2019. Встречайте, популярный певец. Давайте скажем все вместе на счет 3-4. 3-4. Сергей Лазарев! Громких аплодисментов, даже небольших танцев впоследствии. Но самое главное, что мы сегодня вместе. И давайте вместе пополам делить эту весну. Я запомню нашу встречу точно навсегда. Эту милую улыбку и твои глаза. Незаметно для себя я заболел тобой. И не вылечить любовь. Самым весенним днем, женским днем с 8 марта хочу пожелать вам только всего самого лучшего, самого доброго, красоты, здоровья, счастья, любви безграничной. И пусть все у вас получается. Спасибо, что вы у нас есть, дорогие дамы! Ну что, я надеюсь, что настроение у вас действительно потрясающее. По крайней мере, то, что я вижу со сцены здесь. Я вижу ваши красивые лица, праздничные, добрые, отзывчивые. Это так здорово, так приятно и так здорово, что вы реагируете на песни, что вы подпеваете. Это очень приятно. Спасибо вам огромное, друзья. Надеюсь, что следующая песня не станет исключением. И песню это вы знаете и вполне возможно споете вместе со мной. Спасибо огромное, друзья, спасибо. Вашу любовь. Это так красиво! Твоя любовь издавала звук, похожий на шум океана. Твоя любовь подала... И сегодня здесь, конечно же, я хотел бы спеть ее для вас. You are the only one. Вы наши единственные дорогие дамы. You're the only one.
Ты закрыла в сердце дверь. Уже репетировали, что ли? Она всегда с тобой. О, это так вот. Спасибо, спасибо. А, теперь подругу. Если вам хочется аплодировать громко, аплодируйте мне громко. А если вдруг кому-то во время следующих хочется зажигательных танцев, точнее песен, захочется где-то сбоку в стороночке потанцевать, я думаю, что руководство поймет, тем более, что праздник такой впереди. Дамам сегодня можно все, и завтра, и вообще, в принципе, дамам можно все. Поэтому, дорогие красавицы, если захочется вдруг, можно ерзать, конечно, по сиденью, можно платье проерзать, а можно во время следующих двух песен прям зажигать. Поэтому подъем, танцы, самые зажигательные. Кто захочет, давайте!